Должен быть иной путь внутрь. Пожалуйста, только выслушай меня! Извини, если я выразился недостаточно просто, и ты меня не понял. Я не хотел тебя запутать. Чтобы прояснить дело, я уточню. Проваливай с моей земли! Я лезу наверх! Послушай, чего ты так боишься? Боюсь? Я не боюсь ничего, а тем более дерзких сопляков вроде тебя. Небось, мечтаешь стать героем, помогать всем, спасать мир. Но продолжай в том же духе, и станешь разве что трупом, да и все. Мир изменился, мальчик. И тебе пора. Я не уйду, ты слышишь? Никогда не уйду. Погоди, старик. Я так легко не сдамся. Ты согласишься. Ты должен. Неплохая прибавка к зарплате. Старика уделать, расплюнуть. В тот раз ты так же сказал, а я остался с дохлой лошадью и фингалом. Вы кто? Тебе это совсем незачем знать, щенок. Лучше проваливай отсюда, пока цел. Нет. Ну, мы предупредили. Будет только хуже. Бежал бы, пока был шанс. Гляди, танец дикаря! Зачем вы здесь? Что вам нужно? Спроси у вожака. Ты работаешь на старика, так? Может, так заговоришь? Спасибо. Убери тут. А затем побеседуем. Thank you.
Извини. Ты ни при чем. Эта лачуга вот-вот рухнет. Чудо, что до сих пор держится. Так, кто же ты такой? Меня зовут Радун Хагиду. Ясно. Даже не буду пытаться это выговорить. Так, что тебе нужно? Мне велели искать этот символ. Ты хоть понимаешь, что он означает? И чего ты просишь? Нет. И все же ты здесь. Дух сказал, что я... что мне... Эти ваши духи веками издевались над ассасинами. С тех пор, как Эцио открыл ящик Пандоры. А, но ты ведь не знаешь, кто такие ассасины. Тогда слушай. Я расскажу одну историю, и это займет много времени. Вот почему ассасины поставили целью преследование тамплиеров. Ведь если те преуспеют, грезы твоего духа станут правдой. Я их остановлю. Ты, несомненно, попробуешь. Идем. Я кое-что покажу тебе. Осторожно. Я не шутил. Здесь все разваливается. Так, может, починить? А смысл? Да и материалов на это у меня нет. Так купи. Глянь на меня. Думаешь, я могу прийти в лавку с полным кошельком и все купить? Да. Почему нет? Наивный. Сюда. Не думай, что можешь прийти сюда, надеть это и назваться ассасином. Я бы никогда... Ничего. К ним и правда руки тянутся. Что ж, ладно. Я согласен. Посмотрим, добьешься ли ты права носить это. Спасибо. Ахиллес. Ну, идем. У нас много дел. Ничтожество. Прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Не хотите видеть истинный путь. Чего хотят тамплиеры? Того же, что и всегда. Власти. В колониях у них появился шанс. Шанс начать все заново. Забыть про хаос прошлого. Поэтому они за англичан. Здесь они могут продемонстрировать достоинство своих убеждений. Людей, которые служат порядку и структуре. Я видел, что будет, если они победят. Они должны умереть, да? Все они. Даже мой отец. Особенно твой отец.
ибо именно на нем все держится. И я учился. Бегать, лазать, драться, падать. И на каждый урок для тела приходилось 2 урока для ума. Языки, философия, логика, искусство. Ахиллес чаще всего рассказывал об ассасинах и тамплиерах, об их орденах, истоках, целях. Века истории он уместил в несколько коротких дней. Я рассказал ему о тех, кто сжег мою деревню, о Чарльзе Ли и моем обещании. Ахиллес сказал, что Ли и его люди — тамплиеры. И ведет их мой собственный отец. Если я буду служить братству, эти люди станут моими целями. И я старался. Изо всех сил старался. Но было ясно, что мне еще многое предстоит узнать. Мое обучение только началось.
Доброго вечера. С добрым утром. И тебя тоже. Ты куда-то едешь? Я решил все же сделать что-нибудь с домом. И ты мне поможешь. Залезай. Не глазей. Прости. Идем. Тут потрясающе. Люди, звуки, запахи. Можно целыми днями бродить, не увидев даже половины. Я в свое время думал так же. Сейчас мне больше нравится деревенская тишина. Ну а тут столько жизни, столько возможностей. Для немногих, мальчик. Немногих. Тут рядом лавка. Купишь там все из этого списка. Скажешь им, где повозка. И они все погрузят. Понял? Да. Ладно. Тебе нужно новое имя. Ты достаточно белый, чтобы сойти за испанца или итальянца. Лучше пусть считают испанцем, чем индейцем. Но и это лучше, чем мой случай. Неправда. Правда и реальность не всегда совпадают. И как меня будут звать? Коннор. Да, пожалуй, так. Ну ладно, иди уже. Да? Нет, не слышал. Правда, они слегонца припоставили. Раньше надо было говорить, сейчас-то что сделаешь? Нет, нет, так далеко я не забирался. Огайо пока что дикий край. Не для джентльменов вроде меня, знаете ли. Заборы, ловушки, собаку сторожевую совет. Кота злющего, что мы... Я собираюсь кинуть цену на все товары! Ты смотри, как будто мои задницы своим каблуком! Новый налог, новый закон. И все без нашего согласия. Сахарный закон, акт о возмещении, акт о таможенном управлении. Канцлер Тауншенд верно считал себя умнее всех, узаконивая это воровство. Так? Но Конституция гласит, что мы можем возразить, что без представительства налоги вводить нельзя. Ну так кто же представлял нас в парламенте? Кто говорил от нашего лица?
ставил подпись от нашего имени. Назовите этого человека. Не можете? А почему? А потому что там нас никто не представлял. Они нас совсем сведёт. Что угодно. Мне нужны вещи из этого списка. А чем заплатить-то у тебя есть? Кое-что у меня есть, но не все. С досками беда с тех пор, как мой поставщик пропал. Но есть инструменты и деготь, и гвозди. Куда это нужно доставить? Наш фургон у ратуши. Надо вернуться к Ахиллесу. Давайте с нами. Вперед! Никто. Ребята, со мной! Все на таможню! Подразним этих лобстеров! Хватит уже болтать! Джеймс, Сэм, пошли! Начистим рожи этим краснобрюхим! Что случилось? Сейчас мы и выйдем. Мы им покажем. Иди за мной. Прогуляемся на таможню. Кто с нами? Покажем, что мы можем. Thank you.
мы заставим их слушать, даже силой. Я это больше не буду. Нечего кланяться этим тиранам. Хватит! С нас зачем слушать тех, кто нам лжет? Мы требуем расплаты! Мы не успокоимся! Повторяю, разойдитесь! Собираться такой толпой запрещено! Мы никуда не пойдем! Эй! Лучше вы вернетесь в Англию! Этот хаос ни к чему! Разойдитесь по домам, и вам ничего не будет! Никогда! Вы ответите за свои преступления! Трусы, трусы! Нас не напугать! Целитесь в безоружных людей! Мы не боимся! Смотри! Это... мой отец? Да. А значит, будут неприятности. Проследи за его сообщником. Это толпа бочка с порохом. Нельзя, чтобы он поджег фитиль. Но. Никаких «но». Делай, что говорят. Эй, ты, краснопузый трус, у тебя стрелять кишка тонка! Краснопузые пропойцы и грабители, да вас и плевать-то противно. Наверное, весело. Тем, кто такой любит. Эй, да вы, что за суматоха? Братуша, пожар. Вашим планам конец. Еще нет. Черт! Стреляйте! Быстрее!
Надо найти Ахиллеса. Должно быть, я устал. Эй, спокойней. Я хочу помочь. Вы кто? Просто посланник. Мистер Адамс хочет поговорить. Кто? Зачем? Спросите у него сами. Вечером у Фэннил Холла. А пока будьте осторожны.